есть личностное развитие, есть здоровье, здоровье, да, и есть вообще окружение. Закрой дверь. Вот, смотри, расставь по десятибальной шкале. Расставь по десятибальной шкале, да, свои приоритеты. Куда, как ты сейчас сравнишь? Насколько по десятибальной шкале у тебя прокачано крайности? Ноль, ты бомж, тебе ничего не есть, ты живешь на улице. Здесь тебе, в принципе, похуй, ты можешь сегодня пойти и купить, блядь, туфли со шкалой. Цифры, в принципе, разные везде, но посыл простой. Самое слабое – это вот эти. И ты на нее давишь, что типа здесь вот, ты можешь прокачать свою личность, стать сильнее. Да, вот здесь желательно еще выяснить, в чем конкретно твоя личность слабее других фондов. А здесь конкретно нужно выяснить, в чем сильнее. И дать поддерживать сильные точки, типа у нас пиздатое окружение, будешь общаться с людьми, которые зарабатывают деньги, у которых общие интересы, классно будешь тусить, будут мероприятия, тебя будут поздравить на большие сцены, и т.д. и т.п. А в личностном развитии, да, вот эту слабую точку, которую ты видишь, да, говоришь, смотри, у тебя тут лично, вот ты очень хочешь там прокачать ораторство свое, да, и здесь тебя этому обучают, когда ты станешь руководителем сразу же, у тебя будет встреча в группе, потом, когда ты станешь помощником руководителя, встреча в группе, когда ты станешь руководитель, у тебя будет там базовое, потом мастер, вот это качание. Потом ты будешь выступать на сцене в 30, в 300 человек, на 10 тысяч в Олимпийском, да, и так далее, и тому подобное. Личное развитие будешь очень сильно развиваться на человека. Вот эти можешь, в принципе, не трогать, ну так, абстрактно. Ну, да. Деньги все равно всегда нужны. Всем. Типа вот как раз деньги, пассивный доход. Дохуя, можем пассивный доход заиметь. Да, пассивный доход, да. Здоровье, вот это вот всегда решает вот это сейчас, да. Ну и плюс ESG — это здоровое окружение, которое часто отдыхает, и ты сможешь там отдыхать на ударных днях вечером. Устраивает туш сам тоже сможет. Устраивает сам тусовки организовывать. Поскольку ты личность такая публичная, назовем тебя так, да, ты можешь на встречу группы придумать свои блоки, работать с своими людьми так, как хочешь, да, увозить их куда хочешь, да, предоставить билеты, организовать промоушены, какие-то мероприятия. И вот этим ты цепляешь. Вот здесь вот там, грубо говоря, по одной, по три минуте, но это достаточно для терапии. А вот здесь уже, побольше. Да, естественно, слабая точка. Если найти у человека слабую точку и надавить на нее, он сделает все, что угодно. Это называется не мотивация, это называется манипуляция. Но в твоем случае все варианты хороши. Естественно, лучше работать вот над этим позитивно, то есть не давить, не говорить, что вот, ты пока плохо выступаешь. Да нет, ну только за тебя, блядь, сможешь сделать еще пить. Да. Это про кого? Красавчик охуенный, ну да. Вот в этом, да, в здоровье, например, если здесь пятерка, ты тоже. Ну, то есть, когда ты давишь на больные точки, это называется манипуляция. Типа говоришь, ну, блядь, сука, сколько ты заработал за прошлый месяц? И как ты себя ощущаешь? Ты чувствуешь себя человеком? А здесь тебя могут сделать человек, могут поставить тебя на ноги, могут решить с тобой все вопросы. Ну, это первый элемент, да. А второй момент, самое сильное, когда человек после вот этого, да, это number one. Второе, после чего человек начинает действительно топить, это когда ты ему продаешь видение. Видение плюс картинка. Рисуешь, куда бы ты хотел уехать жить? В пусть страну, да, например? Да, говорю, смотри, вот ты представляешь, да, что если ты будешь сейчас все совмещать, ты можешь развиваться в своей сфере, в этой сфере. Твоя сфера тебе даст те эмоции, те моменты, те ковришки, те ништяки, которые ты хочешь. Данная сфера тебе тоже может дать то, чего ты хочешь. Например, финансовую свободу. То есть, грубо говоря, через год у тебя будет структура, которая будет самостоятельно работать, ты можешь путешествовать и ни о чем там не думать, да, забить на все. Обязательно нужно привести примеры из этого. Типа, вот как Вова, вот как Кирилл, вот как там Костя и т.д. и т.п. Вот как я сейчас, вот Казюша и так далее и тому подобное. Это второй момент, да? Ну и момент номер три, это я тебе больше из манипуляций, наверное, все рассказываю. Это не лучший способ, честно, но проверенный, да, то есть работает однозначно. Просто здесь вот в этом всем ты идешь от большей степени негатива, а если ты будешь идти от пользы, от мотивации чисто. Наоборот, что от мотивации идти? Вот и иди от этого. А, то есть здесь продавай все с позитивом, по первому, второму, третьему этапу. На больное не дай. Будешь давить на больное, ну все. Ну, человек точно будет делать. Вопрос просто сколько. Когда ты манипулируешь, в конце концов веревочки обрываются. Когда ты мотивируешь, он у сам тебя трасса. Вот. Третий момент, последний, это закрывашки. То есть ты закрываешь человека. Закрывашки.
закрывашку. По закрывашкам ты просто делаешь. Вот смотри, ты делаешь вот это действие, и ты получаешь вот это и вот это. Ну, а дальше элемент поддержания. То есть, грубо говоря, если ты ему говоришь, давай ебанем, и он говорит, давай ебанем, то с него нужно спрашивать. То есть, вот там проходит неделя, не надо часто этим пользоваться, да, проходит неделя, когда говоришь, ну чего, как вот этот вот момент, о котором мы с тобой говорили, да? Проходит там пару дней, говоришь, слушай, вот помнишь, мы вначале с тобой планировали вот это, мы уже к этому подошли или как, да? И первое, говоришь, смотри, вот очень хотел личность там прокачать, как развитие, чё почём. И вот эти вот закрывашки ты применяешь всегда, закрывашки на всем уровне. Вопрос в том, в чем ты, что ты хочешь. Ты хочешь с ним сдружиться, да, чтобы вы были друзьями, mm-hmm. идти дальше. Видишь ли ты в нем человека, как своего друга, бизнес-партнера, управляющего, да? Или ты в нем видишь просто человека, который может показать результат на данный момент, он тебе нужен. То есть элемент не друг друга, а элемент бизнес-партнер, да, с бизнес-партнером. Вот, это разные. Когда люди становятся друзьями, резко они уходят. Он с ума сочетает. Именно в данном месте. Начинайте. А, именно в данном месте. Карьера сейчас или что? Свободный, сейчас ты. Да, сейчас вы. А карьера кто ведет? Максим. Свободный, карьера и ФК, да? Бля, мы не успеваем, надо очень быстро. А, ты что ведешь? Карьеру. Ты не будешь вести карьеру. Я ничего не буду вести. За 2 минуты. Давай, я пошел. Иди ее сейчас веди.